Всех приветствую на своем канале. Хочу сегодня вам предложить очень простой и легкий рецепт. Это макароны с фаршем. Нам понадобится, конечно же, макароны. Пачка здесь здесь сколько? 450 грамм. Фарш 300 грамм. 2 луковицы и соль. Итак, начнем приготовление. Для начала мы отварим макароны в подсоленой воде. Ставим кастрюлю с водой на огонь. Сейчас посолим воду. И подождем, пока она закипит. Пока закипает вода, мелко нарезали лук. Закипела вода. И теперь кладем наши макарошки. И когда снова закипит вода с макаронами, то варим примерно 15 минут, чтобы слишком не разварились. Отвариваются макароны. На растительном масле обжариваем лук. Обжарили лук, теперь кладем фарш. И его разминаем. Теперь фарш посолим. И пока закроем крышечкой. Макароны отварились. Теперь откидываем их на дуршлаг и ставим под холодную воду. Итак, откинули на дуршлаг и теперь подержим немного под холодной струей, чтобы наши макарошки не слипались. Снова помешаем наш фарш. Растираем его, чтобы он не слипался большими бугорками. И даем ему еще поджариться минут 5-10. Теперь кладем макароны и аккуратно перемешиваем. Thank you.
Теперь закроем крышечкой и подержим так минут 10. Итак, макароны с фаршем готовы. Пробуйте тоже приготовить. Всем приятного аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!